Привет. Заходите. Вот здесь я живу. Ну, здесь это моя кухня, здесь я кушаю, там моя комната, там я живу. Все, давай, чаем угостишь? Да. Меня зовут Ирина. Я участвовала в проекте «Наши дети» в 2016 году. Перемен было много. Выпустилась я из детского дома в 2016 году. Поступила потом учиться в техникум. Закончила. Поступить учиться хочу за границу в Испанию. В Испании я хочу учиться на полицейского. Если не получится поступить, то я хочу попробовать поступить и в Академию ФСБ в Москве. Красивый вид, да? Красиво. Также играю в футбол. А где стадион? Стадион вон там. Вот здесь, собственно, я и играю, но так же, как и играла. И буду продолжать играть. Надо только сейчас переобуться в бутсы. Футбол я не заброшу. Сейчас занимаюсь только на коробке играю. Мне он нравится очень сильно. Уже играю 12 лет. Слежу за нашей сборной. Когда болели, сильно орали там в квартире. Ребята говорили, чтобы потише были, а то выселят. Благодаря нашему проекту «Наши дети» я попала в Team Junior. Научилась делать проекты, работать в команде. Там было много интересного. Были разные конкурсы. При поддержке «Красцветмета».